Бинокль от компании «Навигатор» модель 9-27х56. Поставляется в картонной коробке. Комплект довольно стандартный. Это такой вот плотный нейлоновый непромокаемый чехол. Кстати, следует отметить его качество. В отличие от прочих OEM-производителей, этот прям чувствуется, что плотный, прям, если сравнивать. Также идет салфетка и ремешок. Ремешок даже стоковый здесь широкий, то есть это не временная игрушка. В принципе, вы можете его достаточно долго эксплуатировать. Это также там, в копилку плюсов вот этого бинокля. Также само качество изготовления. Во-первых, здесь имеются резиновые колпачки, которые защищают наши стекла. Во-вторых, то, как он выполнен. Очень приятное покрытие, софт-тач, прорезиненный. Элементы управления здесь, в принципе, стандартные. Это колесо фокусировки посередине на правой глазнице и большой рычаг, который меняет кратность. Манипулировать можно большим пальцем правой руки, что также очень удобно. Стекла. Ну, во-первых, размер линзы 56, во-вторых, переменная кратность от 9 до 27, и стеклышки БК-7 показывают очень хорошую картинку. После того, как я бинокль смотрел, мне показалось, что он должен быть достаточно дорогим. Ну, я так прикинул примерно десятку. На самом деле, ровно в два раза дешевле. В принципе, это обуславливается тем, что навигатор не борзеет, следит за своими китайцами и при этом принимает какие-то адекватные оптовые решения. Плюс сам бинокль построен на старенькой точной технологии, на поропризме. Да, бинокль получился чуть более крупным, но более дешевым. Опять же, из-за технологичности производства данного типа изделий. Если подытожить, если вам нужен бинокль отличного качества, с широчайшим спектром применения, и при этом вы не хотите отдавать бешеные деньги, и как-нибудь переживете лишние там 3-4 сантиметра габаритов, модель «Навигатор» 9-27х56 пора, думаю, будет шикарным вариантом.